Я когда читала, почувствовала, что у меня есть возможность поучиться у песни «Любить город», поучаствовать в этом действии, которое сама песня делает. А для этого мне очень важно ощущать интонации, как это, как можно любить город. И ощущать вот лучи этой песни, к чему направлены действия песни. Это такой настоящий практикум. И я когда читала, я почувствовала, что я, у меня есть такая возможность. Я только-только, наверное, начинаю это делать. И это очень радует, первые шаги в этом. Что можно вместе с песней как-то излучать вот этот свет, который направлен к городу и вместе с городом, другим городам. То есть я как бы прикоснулась к самой жизни в Белом Отечестве. Такой вот радостный, такой развивающийся, отдающий, направленный к созиданию будущего Родины. У меня тоже ощущение, что я как бы побывал благодаря чтению в роли человека, который любит вот все то, о чем поется в песне. И как бы результатом, что ли, прочтения вот та благодарность и радость, которая живет в сердце, от возможности поучаствовать в хорошем деле, добром. Вообще то, что мы читали вместе, помогает ощутить, что мы можем быть частью этого созидающего такого действия. Помогло ощутить, что это нужно вместе делать, созидать эту среду в городе. Видеотекст подарил такое ощущение тепла, сердечности и нежности своими красками фона, букв. Он наполнил сердце этими чувствами, и я просто поняла и почувствовала, как можно обращаться к огромному городу с таким чувством тепла, нежности к его душе. И восторг рождается от того, что какая-то встреча происходит с душой города. Что огромный город, он как будто приемлет эту нежность, она ему нужна. Мне тоже знакомство с видеотекстом помогало прочтение. И я так постарался почувствовать, сформулировать, в чем эта помощь. А даже сам шрифт, он очень похож на что-то такое живое, растущее, распускающееся, как цветы. Вот это и настраивает, показывает наглядно, как каждое слово, столько добрых слов в этой песне можно отдавать, расцветая. Вот. И сама песня называется «Любимый город». И видеотекст, он словно бы показывает, как эту любовь проявлять. Как она исполняется, как ее важно, как важно быть в созвучии с тем содержанием, которое дается. Знаешь, интересно, я тебя сейчас слушала, как ты читаешь, и ощущала, что ты часть этого города. Словно бы мы встречаемся в самой песне. И так радостно было слушать, ощущая проявление этого образа в твоем голосе, вообще в том, что мы сейчас встречаемся здесь. Ты когда читала, мне очень легко было представлять образы, которые звучат в песне. Вот. Я вообще думаю, что есть вещи, которые важно делать вместе, чтобы полюбить такой огромный город. Важно действие сердца очень многих людей. Я благодарен тебе за эту возможность вместе, в созвучии, в таком хорошем деле поучаствовать. Мне прочитать строчки очень помогало вдохновение самой песни. Она словно в душе звучит, ее вальсовый ритм, который вдохновляет на такое вот открытое, дружеское общение. И добрейший голос, он словно ведет меня по этим строчкам и вдохновляет вот так же отнестись. Так же отнестись к огромному городу с такой же теплотой и сердечностью, к согражданам.
вдохновляет на сияние сердца. Я тоже думаю, что в песне дан ключ к тому, как правильно прочитать, исполнить эту песню. Потому что слова и высокие, и торжественные, а то, что отдаются они так тепло, сердечно, просто, ясно, со всей, так сказать, душевной добротой, теплотой, щедростью. Это дает образ того, как прочесть. Я считаю, в этом ценность самой песни. Когда читаешь, словно начинаешь участвовать в этом действии, в таком отношении к городу. Здорово.